Активистки Общественной палаты и сообщества родителей Одинцовского округа возложили цветы к памятнику маршалу артиллерии, герою Советского Союза Митрофану Неделину. Эта акция – дань уважения всем защитникам Отечества, героям прошлого и настоящего. Тем самым мы хотим как бы отдать дань тем воинам, которые отдали свою жизнь за наше мирное настоящее, наше мирное будущее. И, конечно, мы хотим поздравить всех наших замечательных защитников Отечества, наших дорогих мужчин с праздником. После возложения одинцовские активисты поздравили с Днем защитника Отечества полковника ракетных войск Владимира Ковалева. В ряды советской армии он вступил в 1946 году. Официально на офицерских должностях прослужил 35 лет. Начинал с Харьковского военного авиационного училища связи и закончил службу в должности члена научно-технического комитета ракетных войск стратегического назначения во Власихе. А уже вот после увольнения из армии я вновь поступил работать в один из гражданских институтов на должность ведущего инженера, в котором разрабатывались комплексы противовоздушной обороны. С 1952 года рука об руку с Владимиром Васильевичем идет его супруга Надежда Павловна. Вместе они уже 69 лет. Но признания в любви в этой семье звучат до сих пор. Вот как ни странно говорят, когда семья не ссорится, значит, они не любят друг друга. Может быть, он меня и не любит. Я его безумно всю жизнь люблю. Конечно, Представители Общественной палаты и сообщества родителей округа вручили паре цветы, подарки и пожелали крепкого здоровья. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».